Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Кэп? Да? Ты дебил? С чего это? Я тебя что попросил сделать? Найти и скачать фильм «Черная дыра». Вот именно. Научно-популярный фильм. Про космос, понимаешь? А ты что мне скачал? Ну что это, по-твоему, не космос? Сука, ты такой идиот. Компания «Дитак Допка» представляет: сбор консервных банок или снайпер против сэдов. Ракутагин, а расскажи-ка, как идет твоя самоизоляция? Кэп, да очень просто. Как с Warface познакомился почти 6 лет назад, так и идет. Самоизоляция? Да! Приветствую вас, леди, джентльмены, другие подруги. С вами Мортит и Кэп. Блин, он пробежал, что-то я затупил. Идет, сука! Эх, неуспех! Рачелло, а спорим, если твои клешни каким-то чудом сейчас выпрямятся, то пацаны по-любому похватают сетов. Это, кстати, может быть, да. Пацаны, реально, сейчас такая мода пошла. Если снайпер начинает убивать, берут седа. Не, в принципе, схема, по идее, рабочая. Но, детка, многое зависит от того, какие у тебя клешни. Если у тебя совсем клешни, то сед не поможет вообще ни разу. Ну и бывает даже клешни хорошие, но если катка не заходит, то сед не спасет в большинстве случаев. Так, ага, вот там где-то, понял. Кутагин, хватит эти тупые понты вырезать. Это не тупые понты, может сработать. Holy shit! Да! Да ну нахуй, че, серьезно что ли? Да, есть такое, я сам в шоке. Я, честно говоря, думал, но это правда понты были. Че там говорить. А тут бац, сука, и по самой помидорке там. Вот так, мой сладенький, давай. Выходите, мои сочники, мои мимики, рамбишечки. Так, все что ли? Как-то это легко даже. Но... Та-да-дам, пам, рампа-пи-да-пам, душевно. 1-1, ща посмотрим, что будет. Ага, так, тихо, я знаю, кто сейчас здесь будет. Дежурный! Натянуто! Сочно! И прочно, есть такое. Ща по-любому там снайпер будет, да? Это классика. А, уже нету снайпера, ладно. Так, чё? Это что за чудо было? Я сам в шоке, блин. Какое-то тело пряталось. Почему меня не убил, почему не напал, я не пойму. Кстати, обрати внимание, у них уже один сет появился. Да, сетик-то уже пошел. Подожди, это только начало. Сейчас еще пару качественных прогибчиков, и может сет уже будет не один, кто знает. Вполне может быть, да. Сейчас главное не лохануться. Моя цель как бы немножко поджечь. Пятую точку наших противников, если это получится, сет уже будет не один, и посмотрим, кто тут не имба на самом деле. Но для меня никогда это секретом не было. Имба вовсе не сет, ребят, серьезно. Сет это, ну так, это как бы сет и все, и не более того. Да ладно, не купили. Знаете, обычно вот берешь, бомбу ставишь, тут же опускаешь, опаньки, вот так вот, и все, и они покупаются. Так, ща я тебя красиво сделаю, детка. Это было мега тупо. Да, есть такое, но, блин, Кэп, это 10-я лига РМа. 10-я. Чё ты хочешь? Тут и надо фаниться. Была бы 5-я, 4-я, я бы, конечно, так не играл, нахер надо. Бомба взята.
Пошел успех, назрела веселуха. Есть такое, бомбалейла, деточка, уже 2 сета. Ну посмотрим, что они сделают, посмотрим. Так. Голубчики, сладенькие мои. Ах, вон он где. Лови. Бля, не убил, жалко. Так. Подожди, подожди, подожди. А, все, там безопасно. Все, можно спокойно нагибать. Все готов. Готов. А теперь на секундочку представь, как у них горит. Да, пацаны есть. Набрали сетов, и один хрен не получается. Да, есть такое. Я тебе больше скажу, Кэп. У меня на Чарли здесь есть знакомый, который снайпером играет, ну, очень круто. Он даже на турнирах играет и отлично себя там показывает. Просто вот прямо очень хороший снайпер. И он играет постоянно с Трувелла. Представь себе, как от него горит у этих ребят. А я это видел. Один раз, короче, команда 4 сета взяла. Один хрен, он просто их всех раскидал. Ну, на изи он ваншотит их, и все. Вообще без шансов. Просто без шансов. Так, натянуто. Бля, душевно! Warface с новыми красками заиграл для меня. Не знаю почему, последние несколько дней так нравится играть. Чё-то так нагиб попёр, прямо так сочно. Как былые времена прямо. Да! Так. Оба-на. О-о-о, сет разошелся, антихеда убил. Блин, а про антихеда интересно, вообще кто-нибудь помнит еще? Благо это такая штука. Алды помнят, алды помнят. От нее горело нехило. Так. Ну не так, как, кстати, как от Титана. От него сильнее горело. Чпонь. Бомба установлена. Да-д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 а-
Кракен свой возьму и всем докажу, что снайпер не имба. О да, ха-ха-ха-ха, да, душевно, сука. Вот он, Сэдик родненький, заходит. Опа, да, нагнул одного, так. А так, блин, в голову не попал, ладно. Ну, ничего страшного. Раунд выигран. Вы что, папа, не надо? Пиздец. Раунд начался. Сука, да. У меня бы тоже горело, честно. У меня вообще со снайперов горит по-страшному. Не знаю почему, блин. Все говорят там, типа, почему снайпер? Не знаю, горит и все с ним. Вот, друзья, скажите честно, вот с кого у вас горит Warframe? У меня вообще Цеда не горит. Мне, ну, насрать, ну убил, блин, да. Ну и чё, ну как-то не знаю, вообще с него не горит. Капитан Динго. Пошел в жопу. Магистр паники. Иди нахрен, сука, не говори под руку. Я из тебя не попадаю. Сейчас я тебе покажу, какое Динго. Король отсосаники. Я сейчас на зло тебе, сука, попаду, вот увидишь. Раунд выигран. Есть. Красава, лучший, размотал ракоюзеров. Чё, сука? Чё ты там ещё, я не понял, хлопаешь? Жоповизор волосатый. Рачиш, я, конечно, понимаю, что снайпер не имба, да. Но с твоим мастерством стрельбы как раз больше бы Сет подошел. Ой, не надо прям вообще наговаривать так. Сет, Сет, блин. Кэп, все эти Сеты, все это херня. Сеты приходят и уходят, а балансный снайпер остается. Вот он остается. Вот, вот так вот. Все как положено. Так. Да, ну, блин, это, сука, это моя ошибка была. Не надо было выходить, конечно. Не, не получится. Получится. Да, получилось. Да, медик, оно того не стоило, правильно? Правильно. Бля, бомбу ставит. Жопа полная, так несправедливо даже. Сука. Готов. Не-не-не-не-не-не-не-не. Бля, у нас союзник вообще что-то на единице делает. Что ты тут делаешь на единице? Иди он на двушку. Что-то ходит своим там жалом, водит туда-сюда, что-то ищет. А, это Сет, понятно. Ну, я говорю, Сеты самые скилловые в нашей игре. Вот если человек... Бля, сука, нагнуло. Эта хрень начинает камбэком, рачишка, попахивать. Пошел. Давай-ка ты возьмешь какой-нибудь класс, которым хоть как-то умеешь играть, и завершим нормально. Давай ты рот закроешь, будешь полезную инфу давать им. Догадки, мнения, сука, что-нибудь, не знаю, там.
Да где все-то, блин? Ну, пацаны, ну давайте, будьте добры как-нибудь. Проявите себя, сука. Да вы тоже не дохните, я вас очень прошу. Ходят, блин. Мы с Тамарой ходим парой. Если Тамару нагнуло, меня тоже поднагнуло. Ну, такие у них законы тут. Ладно, ща. Так. Ща, смотри, иди сюда. Сейчас будет шишечка мой сладкий. Давай. Headshot, baby, you get all, ну да, сила, сука, мрачина. Благодарю, Дарина, прямо от души как-то залетело, ребята, давно я так жизни не радовался, я прирожденный капитан Динго, что там говорить-то, бля, изи просто, все там, на 10-й лиге точно, потом уже, потом я не буду снайпером играть, мне насрать, сука, очки запотели от смеха. Так, я вон сыграл как батька там, 15 на 4, короче, один хэдшот, где его соун, метка, все в порядке, короче, все в достатке, как положено. Снайпер не имба, установили официально, снайпер не имба, сет тем более не имба, и все прекрасно в этой жизни. В любом случае, я надеюсь, что это видео как будто это, вот это безобразие все, по какой-то причине... Я знаю, что такой причины нет. Ну, сука, просто традиция так говорить. Если по какой-то причине понравился вдруг, то ставьте лайки. Пожелания. Можно такой лайк, можно такой, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Яйцо почесал. И снайпер не имба. Да. Сука, самому смешно стало. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Но... We'll be right back.